часов 12 пришла жена, гуляя с собаками, увидела полицию возле наших машин. И пришла, сообщила мне, я еще спал. Я вышел и увидел повреждение в своем автомобиле. Тут полиция, криминалисты, лежали гильзы от, ну, от пистолета. Близько 12 години сусіди подзвонили, сказали, що трапилося ДТП, щоб я вийшов, подивився. Ось моя машина, ось пошкоджена. Все видно. Бампер двері, на дерево її відкинуло. Я увидел повреждение на своєму автомобілі. На автомобілі куму позвонив, куму, тому що він теж відпочивав після роботи. У него ударенная машина, и мы вот составили план ДТП, вызвали как бы сами полицию. Полиция приехала, составила план ДТП, чтобы как бы представлять людям, что это не мы кого-то врезали, а что у нас настоящих машин бабахнули. По разговору тут была перестрелка, и человека, я так понимаю, хотели убить. И поэтому человек, видимо, ну это как бы по моему мнению, человек, спасая свою жизнь, протаранил ряд машин.